С понедельника началась тематическая неделя национального проекта «Наука». Поэтому местом проведения аппаратного совещания стал Ульяновский технический университет. В политехе губернатору представили проект «Умного кампуса», который должен сделать университет научно-культурным центром северной части города. Сергей Морозов отметил, что у молодежи накопилось много вопросов. Одним из ответов на них должен стать «Умный кампус». Всего в неделю нацпроекта запланировано более 300 мероприятий. В их числе фестиваль науки, онлайн-олимпиады по иностранным языкам, обсуждение научных трудов и обмен опытом предприятий с вузами. 7 наших ребят, которые стали победителями олимпиад, они поедут в Москву, в Академию наук, будут встречаться с самыми выдающимися учеными Ульяновской области. Большое внимание уделяется цифровизации образовательных учреждений. В течение 2 лет 358 школ обновят материальную базу. Будет открыто не менее 200 точек роста, где школьников будут готовить по техническому и гуманитарному профилю. Губернатор напомнил свое поручение развивать в точках роста киберспортивные дисциплины. Институтом развития образования у нас разработана программа для школьников, в результате освоения которой учащиеся учатся понимать оптимальную стратегию игрового поведения, ведущего к достижению высокого командного результата, сотрудничать со всем коллективом своей команды, игроками любого вида соревнований и, конечно же, проектировать командный успех. Программа апробирована на 2 образовательных учреждениях области и будет внедряться в точках роста. В части высшего образования губернатор поручил до конца недели решить вопрос с подготовкой специалистов в сфере ЖКХ и архитекторов. Слава богу, там первые в России приняли решение, такую программу запустили. Смотришь, некоторые субъекты начали этим уже тоже заниматься. Но опять прошли путь и бросили. Знаешь, вот я на вас посмотрю, говорю, ручи чешутся прямо, расстаться со многими. Губернатор отметил, что эта проблема возникает из неверия в собственные силы. Поэтому решение многих вопросов не доводится до конца. Заканчивая тему образования, глава области поставил жесткие сроки по подготовке нормативной базы в регионе для реализации послания президента. Особое внимание губернатор уделил обеспечению младших классов бесплатным питанием и самых маленьких ульяновцев местами в ясли. Также глава области уведомил собравшихся, что Министерство культуры России выделит Ульяновской области 87 миллионов рублей на развитие дополнительного образования. Параллельно с реализацией послания президента ведется работа по подготовке изменений в устав Ульяновской области. Согласно утвержденному плану работы, все поправки принимаются, обсуждаются, сводятся воедино на данный момент. На момент первого заседания мы имели порядка 8 предложений. Сейчас у нас в работе порядка 16 предложений по внесению изменений. Особую поддержку членов рабочей группы получил ряд предложений. Они касаются повышения статуса губернатора, который возглавит правительство и будет определять общую стратегию развития региона. Поддержали они и консультации с депутатом законодательного собрания перед назначением министров. Еще одна тема, которая касается детей, это продажа снюсов. В области принят закон, запрещающий продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Но нарушения продолжают встречаться. Мы провели встречи во всех районах, как минимум в городе Ульяновска с бизнес-сообществом. В понедельник собрали всех представителей сферы торговли, малой торговли на площадке мэрии. Это был прошлый понедельник совместно с первым заместителем главы администрации. Сделали несколько рейдов с общественностью, с опорой России и с деловой России. Губернатор поручил активизировать работу с предпринимательским сообществом и общественностью с целью недопущения продажи снюсов. Егор Цветов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.